Всем привет! Сегодня будем точить скилл на тираняхе. Основной скилл, который у нас точится, это гравитационный прилив. Он дает плюс ускорение. Это в процентном соотношении атака, скорость атаки, в общем. Значит, вот мы его бафнули, смотрим. Дополнительная скорость атаки плюс 1. Это на плюс 1 заточено. Сейчас будем пробовать заточить хотя бы, чтобы было плюс 3% к скорости атаки. Нужно заточить на плюс 6. Итак, как точатся скиллы, если кто не знает, умение, то есть. Значит, выбираем улучшить слово. И выбираем нужное умение, которое мы хотим улучшить, собственно. Итак, вот следующее умение плюс 1,4% будет. Итак, пробуем. Улучшаем и есть. Значит, следующее умение 1,8 будет. Улучшаем. Есть. Следующее умение 2,2 будет. Взрывается. Нет, не прошло. Так, ну у нас книжечки еще есть. Будем пробовать. Итак, ускорение. Попытка номер 2. Есть на 2. Ой, на 1. На 2. На 3. На 4. Так, книжечек уже не хватает. Сейчас пойдем докупим. Нужно еще докупить 2 книжечки, чтобы попробовать все-таки доточить этот скилл до плюс 6, чтобы было 3%. Прописываем манускрипт. Сразу у меня уже он есть. Прописано. Еще нужно 2 книжечки. Итак, первая книжечка. И, ну, надеюсь, сейчас заточим все-таки со второго раза. И вторая книжечка. Ну что, пробуем. Итак, открываем умение, улучшить. И вот наше умение. Поехали. Взорвалось, ё-моё. Ладно. Ну что ж, надо все-таки это сделать. Итак, сколько у нас там книжечек? Одна, да? Еще надо манускрипт. Манускрипт. Так. Еще надо 5 книжечек. Так, 4 и одну еще. И быстренько попробуем точнуть. Так, вот, есть. Ну, видите, не всегда сразу так вот получается. Так, ну что, есть, готово. 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 Ну и последний. Есть. Вот, наконец-то мы его точнули. А, вот надо его перебафать. Закрыть. Итак, перебафаем. И у нас уже скорость атаки плюс 3%. Было плюс 1%. Все-таки 2% они что-то дают. Ускорение. Вот такие вот дела. Еще хотел один прикол вам показать. Ну да ладно, в следующем выпуске. Всем удачи, пока.